Казани, а это значит в рубрике у наших восточных соседей, в динамично развивающемся и активно строящемся микрорайоне Тюменская Слобода, что на юго-западной оконечности города, случилась мотопогоня, что важно, заснятая на видео со шлема гаишного мотобатовца. Что, конечно, не уникальность, но не так уж часто такие кадры попадают в СМИ. Как гаишники гоняются на четырехколесых болидах с регистраторами, такого видео полно. А вот так, чтобы с головы мотоциклиста, это, пожалуй, даже экзотика. В остальном, погоня как погоня, только колес вдвое меньше, супротив автомобильный. Началась эта история с того, что жители Тюменской Слободы пожалобились гаишникам, что, мол, по их дорогам и даже тротуарам катаются на мотоциклах и мопедах пацаны школьного возраста, то есть еще явно в бесправном состоянии. Одного из таких юных гонщиков гаишник из мотовзвода ДПС заметил на улице в Южной, что на окраине, возле тамошних полей. Полицейский на байке, с камерой на голове, развернулся и помчался за юным байкером. Поначалу юный гонщик ехал по асфальту, но, почуяв на хвосте гаишников, свернул в поля и погнал по траве. Мотобатовец с камерой на этом видео, любезно предоставленном Тюменской госавтоинспекцией, в поле так и не заехал. Он мчал по тротуару. Но видно, что по полю за школьником гнался другой мотобатовец, который с задачей прекрасно справился. Гонщиком оказался 15-летний пацан, а байк принадлежал его другу, который за передачу ТСа бесправному может оштрафоваться на 30к. Мотоцикл гаишники эвакуировали, а на бесправного байкера, естественно, нарисовали административку по 12.7 КОАП, ну это и есть бесправное руление, до 15 тысяч штрафа, и передали материалы в подразделение по делам несовершеннолетних и по делам.